Итак, добро пожаловать в игровую комнату, мы продолжаем воевать! Враг, смать вашу севера! Что тут, пистолет только? Черт, ни черта не видно. Нормально они по меня шмаляют. Надо подобраться к гранатометам. Отлично. Воу! И то. А где гранатомет? Не та флешка. Просто нашинковали меня. Свобода никому не дается бесплатно, но корпус морской пехоты США готов выполнить. Да, опять. Да, бегу, бегу, тащу задницу. Я их сейчас обойду, паскуды, в этот раз. Давай, жахни по ним. Где я тебе гранатомет возьму? Увернулся. Правый фланг! Враг правого фланга! А, гранатомет здесь был. Кто знал, что тут гранатомет будет? А, все? Ну, гранатомет на всякий случай с собой возьму. Ага, нам туда. Ну, со второй попытки получилось. Тут вход вроде был. Нет, тут окно и не вход. Чёрт, а, сука, на тварь. В6, мы выдвигаемся. Вас понял!
Пулеметчик! Трехэтажный здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Так, так и думал. Труп. Отлично. Второй этаж чисто. Это же зараза. На. Городские бои, мать вашу. Сержант, извини. Вроде чисто. Вау, ты откуда тут взялся? Б6, говорит кабан, мы можем? Мы все можем. Прием. Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота! Прием! Вас понял, выдвигаюсь. Надо перебежку сделать. Натя. Не знаю, даже там нанес урон, не нанес. Вперед, вперед. Ни черта не видно. Ага, вон они. Чисто, отлично. Это, сука, было неожиданно. Базука, мэн. Вообще, он выскочил из угла, чуть меня не застрелил. У меня патроны заканчиваются, ё-моё. Так, а что делать? Сопровождайте танком до безопасного места. Ну вот я сопровождаю его. Вроде более-менее зачистили. Крыша, что ли? Да не, не крыша.
В мультиплеере такая же карта была, у меня патроны закончились. Надо достать пушку, один магазин остался. Отлично отступают. Я эту тоже мультиплеерную карту помню. Тут еще второй этаж. Черт, как все поменялось. Это как будто было вчера. Но это было как минимум лет 10 назад. Охренеть можно. Что делаешь? А, давай, давай. Черт, я и забыл, как АК отдача тут в этой игре. Там перк вроде, и в первой части можно было перки брать на минус отдачу. Вот тогда было классно. Сейчас отдача — это жесть. Стойте! Вражеский танк на дороге! Ща мы его уработаем. Кабан, вы 6. 272 за зданием. 60 градусов слева. Можете открыть огонь. Прием. Я не понял, но по нему не это. О, черт, он сюда целится. Отлично. РПГ зря потерял. А, крыша. Многих перебили. Теперь убираемся отсюда. Дороги. Вас понял, Б6. Так это... Долги еще. Б6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку. Прием. Откуда ведет огонь? А из-за огня не видно. Скоро должны увидеть второй взвод. Огонь! Вот это я классно под гранаты попал. Я красава. Так, черт, башня мешает. Пацаны, у вас тут в тылу как бы враг. Как обычно, на это я не обращал внимания, когда был мелким. Связь бюро 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. А, во-во-во. Вас понял! Морпехи! Только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Я первый, я готов, готов! Не, вот тут вроде как ядерный взрыв должен быть. И сержант Пол Джексон. Уже не будет сержантом Полом Джексоном. Мне даже удалось один раз выползти из вертолета, внимание, упасть на землю и еще посмотреть на грибок. Данные, полученные из САД, свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится российская боеголовка. Время не ждет. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Это силы морской пехоты и истребители нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Мы должны спасти Аль-Асада и покончить с этой войной здесь сейчас. Всем приготовиться к бою. Все, подгрузки не было, ребята. Вы ничего не видели. Шок и трепет. А, ну да, еще вот это вот. Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Красотища-то какая. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат МК-19. Хорош.
В нее даже в 2013 году уже можно играть нормально. Ну и графон, конечно, и не прям 2000. Хотя, если посмотреть на графику нынешних игр... А какой потал? На какой крыше? Зенитная батарея на крыше. Она уже все. А, следующая. Противник с гранатометами. Где? О! Где? Чуть не отъехал. Да-да-да, давайте приземляться. Вас понял. Хорошо. Одиночка 2-7. Переводим абрамсы на фронт. О, можно было уничтожить. Ой, классно. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард. Красотища-то какая. А, у меня десантировать не будут. Ну ладно. Черт, это 10 или даже 15 лет назад это выглядело прям... Внимание! Охренеть, да ну и сейчас это... Одна из наших разведгрупп попала в окружение. Им нужна наша помощь. Выглядит, ну, графон накидали, конечно же, нормально. Говорит Палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Ну, окей, окей. Еще десант, или это меня уже десантируют? Ага, это меня еще. Куда, куда? Солнце слепит. Все шикарно. Флешка, флешка. Еще одна мультиплеерная игра. Ой, карта. Надо вывести парней оттуда. Шевелитесь! Да шевелюсь, шевелюсь. А, черт. А! Я чуть союзника не пристрелил. А это в соседнее здание лучше всего запрыгнуть. Кто союзник? Долго я думал флешку кинуть. Запал рассчитанный на 5 секунд, всегда горит не больше 3. Спасибо. О, опять десантируемся. Блин. Я стол... Да подвиньтесь. Это союзник, ё-моё. Это было неожиданно. Я ствол через этот увидел, через стенку. Но начал перезаряжаться. Союзники на втором этаже. Повторяю, мы на втором этаже.
Черт, это так криво мы спасаем. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перегруппировались. Говорит палач. Заправил. Готов к вам. Ну-ка, палач. Заскучили? Выходим! Вперед! Вперед! Да подвиньтесь. Ну чё вы все сюда встали? Это мой бугл, а? Ладно, забирайте его. О, красава. Прикрыть меня можешь? Черт, зашел спиной, даже не посмотрел, что там противник. Господи, солдат! Ты что делаешь, дебил? Оу-оу-оу! И встали тут впятером и смотрят. Просто жесть. Все, валим, я валю. Вы как хотите, ублюдки, блин, помощнички сраные. Валю. Переходи на МК-19. Нафиг. Пират, внимание. У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр, конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания. Всем отступить на восток. Конец связи. В меня попали. Все. Типа теперь черный ястреб. Черный ястреб сбит. Черный ястреб сбит. Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена. Повторяю. Кобра уничтожена. Палач говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Лас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Если можно, спасите пилота. Конечно. Ага, зря мы спасли его. Доложите обстановку, прием. Забрать пилота за минуту 30. Вперед! Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения гиперзамка в вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Так прикройте меня, ироды! Давай! Отправляйся к Синайду! Мы их задержим! Живее! Лейтенант Васкис, говорит пират 2-5. Задержат они, сука, убегают без меня! Понял! Уже в пути!
Сукины дети, только не в сраку, не в сраку. Давай, баба, живи, вперед, вперед. Пошли вы, сукины дети, сейчас все равно взорветесь к хренам. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность. Пилота спасли? Прощай, мужик! Жестко. Так, и все еще за солдата UCM. Произошло что-то. Конечно, не оказался. Успел сдрыснуть. Вот он, сержант Пол Джексон. Это все погибшие от взрыва. Где он? Ага, вот. Первая штурмовая, первый штурмовой отряд. Наверное. А тут как и в оригинале? Спасти можно его тут в этой части или нет? Ну, потому что в оригинале я не помню, чтобы он спас был. Вон оно, охренеть. Ну тут прям графонии накидали, охренеть. Вот это прям сок. О, пацаны, вы живы? Помогите мне. Вот он. Красотища-то какая. В оригинале прям так же само было. Нет, тут радиация просто убьет. У них жалко нету этого, ничего кроме противорадиационного, хотя бы временно, чтобы помочь. Да. Еще вторая волна. Все, спасибо за просмотр. И до следующих встреч. На этой войне. Пока.